Участники государственных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут один раз в пределах региона сменить место работы с сохранением полученной выплаты, сообщает пресс-служба правительства России. Ранее медработники должны были отработать в одном лечебном учреждении не менее 5 лет. Кроме того, увеличены размеры выплат для участников программ, работающих в сельской местности. Для врачей – до 2 миллионов рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер – до 1 миллиона рублей.